Погнали смотреть видосики. Давайте Twitch FM. Давайте так. Сначала вчерашний Twitch FM глянем, потом сегодняшний. Можно просто написать «Топая Вести». Угу. Угу. Так. За суисайдов у меня бро АП прилетает на стрим. Это не что, очень комфортно. Донатик? Не очень. Как тебе такой ник? Твой респект перешел за боблом. Ну, не очень, бро. Слишком длинно. Слишком длинно. Спасибо за донат. Даже резик вылетал, вспомни. Да, я говорю. Блять. Внизу под веком, вот здесь. А, там, ну, ноги, там, тело. А, хорошо. Вот. Да не, Вася, под веком. Ган. Строго, мальчик мой. Строго. Блядь, блин! Даже я дернулась. Капец. А как можно сказать плохо иначе? Как можно сказать плохо? Хуёво. Хуёво. Мама не будет. Нормально. Умойся, ёбаный бро. О май. Сегодня с девочками заебали. Чё нахуй? У этого чела под фоткой написали «Отдай Аквесте». Лол. Да не надо так делать, забейте вы на дяденьку. Ну не хочет он ник мне отдавать, ну и ладно. Я ему даже деньги предложил, он отказался. Сейчас он отдаст мне так. Не могу идти дальше, направо. О, кстати, прикиньте, как выгодно какой-нибудь иметь ник, который потом пригодится какому-нибудь там блогеру, ну, какому-то популярному человеку, и вам этот человек напишет и будет бабки за это предлагать. Охренеть. Прикиньте, это же надо быть таким везучим. Ну, как можно от такого отказываться? What the fuck, блин? Я не понимаю. Давай. Фу, Масяня насрал, боже, как воняет, блядь. Ебать, у меня слезы нахуй потекли, ебать. Фу, нахуй. Привет, Володь. Володь, а у нас там вроде с тобой клип попал в Twitch FM, в следующий, по-моему. Ну, сейчас я посмотрю следующий ролик. Увижу. О, Арктик, привет. Есть. Чем так есть? Жизнь. Есть чё? Ну, хорошо. Есть чё? Жизнь. Есть чё? Подожди. У нас этот. У нас удав играет, ползёт. Это запись, да. Понимаю. У меня двоих зарезали за один раунд. Еще кого-то зарезали? Да. Сегодня у нас только картошка с котлетами. Следующий. Но добавки нет, всем одинаково. Следующий. Я просто трачу свой прайм на тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя. Я просто трачу тебя. Я без сдачи. Бля, донат охуенный. Между нами стрельба
Между нами война. Блин, между реально, нами донат. Борьба. Между нами вода. Между нами вода. Какой гений это сделал. Я прикрываю свой тыл. Минус один. Где же ты? Где же ты? Я тратить себя на попке. Я был дебель, дом холост. Домой опять, чтобы фортик поиграть. Все меня ебали, но я, блядь, такая на. Сука, блядь, тварь, да-да-да. Салфетка вообще поможет, очень хорошо. Да, потом сухой. Можно, да, потом сухой. Прямо, знаешь, вот так вот, раз-раз-раз. Вот. Нормально. А потом сухой не дашь. Все. Да они... Что они? Это, блядь, искусство, нахуй. Спермобак ебаный, нахуй. Господи, как я обожаю ламочек. Это просто манера. Если ты приходишь на мои стримы дрочить, блядь, это твоя проблема. Реально. Я занимаюсь. Реально. Искусством, блядь. Рей, зарей, зарей. Пизда, все, пизда. Надо было... Адрес скажите, Дзержинского, 75, Ижевск. Ау. Чего? Ты чего адрес говоришь? Пусть приезжают на пельмени. Я им квартиру не сказала. Я им адрес сказала, пусть приезжают. Добрая мама. Ох, вот это я понимаю, конечно, жопа. Мой новый ник, пацаны, это я, Алекс... Блин, Лёш, ну верни лучше Алексей Алексеев. Лёш, ну нет. Падауград вообще как-то... Я теперь не буду понимать, что это ты. Лучше верни Алексей Алексеев. Ты всегда останешься Алексеем Алексеевым. Да! 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 Это что-то слишком красиво. О, машина едет какая-то. Страшно. Эй, заходите в наш магазин. Бля! Та-ра-та, та-ра-та, та. Ту-да-чи-да-чи-да-ту, чи-да-ту-чи. Вот так там ебать поется. А может на сотку поставить Эль Пачо? Давайте я завтра поставлю на сотку Эль Пачо. Капец, всем будет заедать. Вот это нормальная тема будет. Точно. Нет. Да. Я себе там... Ой, блядь! Не, бошки менять не буду. Бошки и так редко залетают. Ты что, бошки очень редко залетают, поэтому я не буду менять. Герман. Герман, привет. Я там услышала... Слушок, что ты собираешься к папе на дачу поехать в выходные, вроде там что-то такое. Мама сегодня разговаривала по телефону с твоим папой. Ты вроде там собираешься это на дачу поехать. А ко мне, когда приедешь на стрим, Герман, мы тебя ждем. Капец, 100 лет не видела. Брат называется. Работяга. Пизданулась! Блять, я так и знала. Пизданулась! Где не, на дачу не поеду. Болит? Я не поеду, потому что ты собираешься сюда приехать в воскресенье, а мои родители в воскресенье вернутся с дачи, и мы пойдем праздновать 23 февраля. А ты, наоборот, на дачу в воскресенье только приедешь. Поэтому нет. И плюс вечером у меня стрим в воскресенье. Болит? Бля!
спроси у мамы БДСМ, что такое? БДСМ? Да. Знаешь, что такое БДСМ? Будь добрее с матерью. А. Долбоёб. Это не так работает. Они тогда приедут, они поедут утром в город, Герман. Они завтра уедут на дачу и в воскресенье утром едут обратно. А ты только 23-го приедешь туда на дачу. Пизду, блять, эту рыбалку надо. Не нравится мне рыбалка. Почему? Я только глушить люблю рыбу, блять. Чё за хуйня, блять? И то по горизонтали. Короче, вы долбоёбы. Ну вы поняли. Вернись! Что, блядь? Верните! Чё за хуйня, блядь? Определённо. Эй, таксист! Ты чё, серьёзно? А нафиг челик под стильчика косит, смотрите. Шапку стильчика одел. Блядь, поднял воздух в такси, и ты проехал под такси. Это что за пиздец, блядь, расчет холодный. Ой, Русик, ротный, верни свой ник тоже. Да, блядь, даже в кино таких постановщиков не сделать, как в жизни. Пизда ТВ. Блядь, о каких-то запрещенных вещах, которые смогут быть до проведения обыска. Да у нас нет ничего, у меня... Слушай, блядь! Гагик, я маску потерял, блядь! А, ну в смысле, это имеется... Она у меня, ёбаный минотавр. Это кто, донатик? Вот я снова здесь. На гнюсты не забыла, кто я, потому что я, например, забыл. Ро, ну я-то тебя не забыла. Спасибо тебе большое за донат, снова привет тебе. Ну правда, часто поздороваться, ты же потом опять забудешь. Нормально, ты так, в принципе, такой заходишь, донатишь, потом забыл, что задонатил, задонатил еще раз, опять забыл, что задонатил. Слушай, неплохо, в принципе. Илюша, привет. Я просто видос смотрю. У меня там 2 или 3? 3. Ну чё, не вылез. Блин, прикольная игра. Надо такую купить и с Германом в такую поиграть. Привет! Меня зовут Андрей. Почему она всегда сразу? Почему? 3. 1, 2. Попалась, да, лошадка.